Ну вот и приехал домой, все загнал уже, как говорится, во двор. Вот так вот блестит, вычухался плуг. Не знаю, так не видно, на солнце поставить вообще капец. Вот, лемех то же самое, блестит. Что хочу сказать, не зря я его догрузил, кинул сюда почти 60 килограмм. Ну и плюс вес самого трактора, передок тяжелый, очень помогал работать. В общем, что я там только не выворачивал на нем. Камни, железо, корни. Я думал, плуг сломаю, но нет, нормально. Что с реверсом? Реверс вообще замечательно отработал. Не развалился, не рассыпался. Работал, значит, как на первой, так и на второй передаче. Назад, вперед, только реверсом. Удобная штука, вообще понравилась капец. Где-то надо чуть сдать назад, клац, сдал назад, да, опустил, поехал вперед, все там рычаг как выставил на нужную передачу, и забыл, что такое переключать передачи. То есть вот это классная штука. Ну, в общем, сейчас все сами увидите, давайте посмотрим. Так, ну немножко вспахал, пока поднастроился под эту почву, землю. В общем, плуг уже он блестит немножко. В общем, до того ушатанная земля. В земле может встречаться, что у нас тут может встречаться. Вот такие вещи. Ну, вот тут уже железяки я подоставал, пеньки. Вот, пожалуйста, это... Нож отколол, кусок кирпича. В общем, тянет. Вот. Корни здесь просто капец. Это все надо разорвать в земле. Вот. Бетон встречается, не только кирпич. Вот такие куски бетона, камни. Вот. Как-то так. Реверс очень удобно гоняет туда, назад, вперед. Проволоки, не знаю, гвоздей. Наверное, колеса придется. Колеса, наверное, придется этот самый клеить после этого огорода. Вот железяку вырыл. Вот как-то так. В общем, сейчас поставлю камеру на штатив и посмотрим, как он справляется. Пошу на первой, потому что, ну асфальт, что там говорить, тут вообще вон травы сколько. Так, вот тут вывернул вот такой корень. Вот он, корешок такой отличный, не знаю, на пол ноги. Думал, и плуг сломаю. Ну, прет. Это тоже с
сюда. Тут в земле все, что угодно может быть. Абсолютно. Абсолютно все, что угодно. Все, продолжаю распахивать. Пока все хорошо. Реверс работает. Вот, сейчас отойду чуть подальше. Здесь не допахиваю, потом начну от забора, там дерево растет. А потом на выезд сюда надо как-то. Здесь возле дерева корни не дают заглубиться. Сейчас еще разок тут пройду по над вот этим ковром или не знаю. Так, ну здесь поперек дам, сколько протяну, вот сюда распашем. Так, вот здесь корни вообще капец. Вот при этого вот дерево росло. Поэтому надо дотянуть до сюда, дальше я уже не пройду. Буду уже продолжать за деревом. Тут то же самое, кустарник какой-то. Возможно, придется подальше, потому что корни. Вот они все сверху корни. Ну, кажется, не то пальто. В общем, реверс работает. Точнее, коробка с муравья отрабатывает. Четко, никаких проблем, даже вот такие вещи вот. Спокойно вырывает и вперед, как говорится, из песни. Хорошо, что я его догрузил, иначе было бы совсем тяжко и печально. Так что как-то так. В общем, сейчас там заканчиваю и уже начинаю пахать вот от этого куста. Вот. Ну и, соответственно, там по над забором сейчас поперек пройду. Сколько спашет, столько и спашет. Вот. Ну, наверное, скорее всего, надо делать плуг, чтобы отваливал на левую сторону для удобства. Вот. Так, ну закончил. Там угол чуть-чуть. Такой где-то метр на метр недопаханный. Ну, потому что не залазит туда тракторок. Вот здесь под деревом вот так чуть-чуть осталось. Ну, тут еще и другое дерево росло вон. Пенек вырубанный. Ну а так, в принципе, везде под лес. Буквально я не знаю, сколько я тут работал. Пару часов.
потому что неудобно. Постройки, заборы по всему периметру. Вот. Так что нужно делать плуг еще с отвалом на левую сторону. Так, чтобы было удобно, чтобы допахивать, выпахивать. И не оставлять ничего. Ладно, всем пока, всем удачи. С вами был Санек. Еще увидимся.